Сейчас я приду к тебе. Сразимся, сразимся. Да етрить колотить. Угу. Угу. Блин, еще зараза какая-то выскочила. Да сдохни ты, сдохни, сдохни. Уже две. Да я тебя так замочу, тварина. Ес! Замочил! Ху-ху! Невероятно, меня наконец-то победили. Так вот, значит, как себя чувствует поверженный. Но все же я сильный, да? Когда увидишь нашего короля, расскажешь ему о моей отваге. Да, это ведь он прислал тебя проверить меня. Я знал, что он не забыл. Храброго Гальена. Я готов идти с тобой. Теперь мы братья, ты и я. Давай же покинем это место. Вместе. Что это означает? Боженьки. Что произошло-то? Мне дали штучек этих много-много, получается, что ли? Что-то я не до конца понял, да, что произошло. Тело воина, павшего в бою. А, и все? Бля. Так, ну ладно. Павшего в бою, так и все. Ну вот, ребят. Победа за мной. Крутяк. Спасибо, что были со мной на канале. Смотрели эту, ну, такую не особо эпичную драку. Но, в принципе, как говорится, c'est la vie. Дяденька. Покеда, ребят.